Всем привет, с вами Аурум, и мне часто в личку закидывают такие комментарии, типа «Вот, смотри, мне повезло, мне выпал магический сундук», или «Вот, смотри, мне повезло, мне выпал огромный сундук, вау, как круто, как классно». Нет, ребят, это нифига не повезло. Это круто и классно, но нифига это не повезло, потому что в игре Clash Royale есть специальный алгоритм, по которому и выпадают сундуки. Серебряные, золотые, магические и огромные. То есть вот эти типы сундуков выпадают по определенному алгоритму, который вы сейчас видите у себя на экране. А единственное, что в случайном рандомном виде выпадает именно супермагический сундук, о нем пару слов я скажу в конце видео. А сейчас что касается вот серебряных, золотых, магических и огромных. Вы сейчас видите у себя перед экранами табличку, она реально работает, я недавно проверял, реально пытался проверить, но как ее можно проверить? Ее можно проверить, когда вам выпадет магический или огромный сундук, вы сможете реально отсчитывать, какие вам потом в итоге сундуки будут выпадать, и таким образом можно действительно проверить, работает она или не работает. Я проверил, у меня действительно работает. Вот, что еще в этой табличке очень важно? Очень важно понимать, что ни один из этих сундуков вы не пропустите. Потому что эта табличка построена не на победах, а именно конкретно на выпадении сундуков. То есть, грубо говоря, вы победили бой, и у вас все ячейки для сундуков были заняты, ничего страшного, вы не сбились с таблички, вы не... Короче, одним словом, вы не пропустите никогда ни магический, ни огромный сундук. То есть, единственное, что с супермагическим вопросы большие. А так, в общем-то, вы ничего не пропустите. А что еще интересно в этой табличке? Вот просто обратите внимание на логику Supercell. Она абсолютно гениальная. Потому что я вот, когда первый раз увидел эту таблицу, подумал, почему же здесь 240 пунктов? Ну, зачем так много? Можно какой-то цикл сделать, и люди все равно будут думать, что это рандом. Ну, к примеру, как в игре Clash of Clans, например, выпадение гемов при уборке препятствий. Там всего лишь 20 пунктов, то есть они просто по кругу все время повторяются. Здесь у нас 240. И вот сейчас можете посмотреть, на 52-й позиции находится огромный сундук, и после него аж на 132-й позиции в следующий раз выпадет какой-то крутой сундук, ну то есть магический. То есть расстояние между огромным на 52-й позиции и магическим на 132-й, она реально составляет сколько? 80 сундуков. То есть, если вы попадаете в вот эту хрень, вы, не знаю, месяц не будете видеть ни магических, ни огромных сундуков. С другой стороны, после выпадения на 132-й позиции магического сундука, мы видим, что следующий сундук из таких крутых идет огромный на 159-й позиции. То есть, а это у нас, ну, сколько тут получается-то? Вообще фигня получается, 27 позиций получается. То есть, 27 сундуков, и мы получим огромный. После этого пройдет еще там, я не знаю, сколько, 159, то есть, еще 30 сундуков, у нас еще один огромный. А потом после 191-й позиции, короче, еще проходит там 15 сундуков или сколько? 13, да? И у нас получается еще магический. Ну, чудеса да и только. Я не знаю, с чем связана такая неравномерность выпадения магических и огромных сундуков. Просто вот эта дырка между 52-й позицией в таблице и между 132-й, она реально меня смущает. Нахрена такой огромный промежуток? Честно, я не до конца понимаю. Вот, но как есть, что поделать. Табличка действительно рабочая, поэтому не нужно удивляться, если вам выпадает огромный или магический сундук. Все нормально, он выпадает по графику. А вот что касается супермагических сундуков, здесь уже абсолютно другая история. Потому что, как видите, в этой табличке супермагических сундуков нет, потому что они действительно выпадают рандомно. Я уже снимал об этом ролик, там, где мне выпал, кстати говоря, супермагический сундук, и я решил узнать, какова же вероятность его выпадения, раз в этой табличке его нет. Ребята, вероятность, вот я просто там говорил, но не уточнил один важный момент, и опять же куча вопросов по этому поводу, и в комментариях, и везде. Смотрите, вероятность выпадения супермагического сундука 1 на 1000, то есть из 1000 выпавших сундуков один может выпасть супермагический. Но это не значит, что вам тысячный сундук будет супермагический.
Он может выпасть и первым, и вторым, и третьим. Вот вы в игру начали играть, он сразу может выпасть с первого боя. Это и есть вот теория вероятности, да, что он может выпасть в любой абсолютно момент. Поэтому не стоит просто... Мне постоянно скрины шлют, типа... Я не отвечаю на них, естественно, вообще, ну, как бы, ну, иногда вижу такие сообщения, что вот, мол, у меня всего 150 побед, и мне выпал супермагический сундук. Ну, ребят, это реально, это возможно, просто такова вероятность. Следующий сундук вы получите не раньше, чем через месяц. И опять же, ну, вероятность остается та же. Вот, поэтому вот как-то так. Ну и по поводу легендарных карт там более сложнее, может быть, будет отдельный ролик, когда я наконец-то получу эту легендарную карту. Ну а с вами был Аурум, надеюсь, этот ролик был полезный для вас. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Удачки!